Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Певицы с французским шармом назвали 11-летнюю астраханку Софину Рустимову. Школьница стала участницей популярного шоу Первого канала «Лучше всех». Все знают, что астраханские арбузы такие спелые, что даже лопаются. А вот астраханские певицы такие мощные, что от их голосов лопаются стекла. Так анонсировал выступление юной дивы ведущий телепрограммы Максим Галкин. В своем коротком интервью ведущему шоу Софина заявила, что вообще не хочет ни на кого быть похожей из певцов, а хочет быть похожа на саму себя. Из всемирно известных исполнителей девочка очень любит Эдит Пиаф и Шарля Азнаура, из современных – Светлану Лободу и Димаша Кудайбергена. Софине нравится французская культура, и девочка мечтает поехать в Париж, когда станет взрослой. Диапазон юной певицы, по ее признанию, небольшой, наверное, 3-4 октавы, как она сама сказала, но она очень хочет совершенствоваться. «Куда же тебе еще совершенствоваться?» – спросил ее изумленный Максим Галкин. «Ты хочешь Димаша перегнать?» «Да», – улыбнулась девочка, – «у него 6 октав». На шоу юная певица приехала со своей мамой и педагогом. На вопрос ведущего, радует или настораживает маму желание дочери стать певицей, Татьяна Рестимова ответила, что с уважением отнесется к любому выбору Софины. Главное, чтобы она была счастлива. Софина поет с 6 лет, мечтает стать профессиональной певицей и петь песни на французском языке. И на сцене шоу «Лучше всех» она спела знаменитую композицию Шарля Азнавура «Вечная любовь». Друзья, всем счастья и здоровья! Берегите себя и своих близких! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».